Это одно из моих самых любимых упражнений с гири. Называется оно «Турецкий подъем». И я расскажу, почему оно мое любимое и в чем польза этого упражнения. Потому что был такой вопрос в комментариях к коротким видео. Во-первых, польза в том, что работают здесь все мышцы тела. Вот пока ты делаешь это движение, опускание вниз лежа с гири, которая у тебя над головой, и потом поднимаешься опять, задействованы буквально все мышцы тела. Плечевой пояс работает, кисть работает, предплечье работает, грудь работает, пресс, спина, ноги, ступни. Ну, я не знаю тут, какая часть тела отдыхает. Это вот сейчас отдыхает. Какие-то мышцы можно расслабиться. Ну и так как это упражнение длительное, оно длится там от минуты и больше, это упражнение такую силовую выносливость. Я его сегодня делал днем, где-то в 2 часа дня. Сейчас около 8, и я до сих пор ощущаю такую приятную усталость во всем теле. Как будто я вот совершил длительную какую-то лыжный кросс. И вот в этом его прелесть. То есть оно не только тренирует твою силу выносливость, оно тренирует твою сердечно-сосудистую систему. Если у тебя есть вот всего одна гиря, немного места, свободных там 10-15 минут, то можно очень и очень здорово нагрузить себя. Как оно стало моим любимым? Я когда начал заниматься гирями, я его увидел где-то на ютубе, попробовал сделать, осваивал, конечно, в несколько приемов, потому что сразу его так не освоить. Осваивал с гири 8 килограмм, и с 16 килограмм мне оно вообще не зашло, было очень тяжело. Я, в общем-то, его не научился делать полноценно и не практиковал. А тут пару лет назад Сергей Руднев и сын устроили конкурс онлайн, посвященный Дню Победы. И по конкурсу надо было сделать 75 турецких подъемов за 25 минут. И я записался на этот конкурс, начал готовиться. Взял 16-килограммовую гирю, вот так вот в зале, на этом же месте, сделал несколько раз и понял, нет, это не мое, это очень тяжело, я не справлюсь, 25 минут у меня не получится. Но потом прошло пару дней, я решил вернуться снова к этой теме, с более легкой гирей, взял 12-килограммовую и начал постепенно тренировать. И так вот в течение нескольких недель втянулся и в конце концов вышел вот на этот уровень на 25 минут непрерывно с 16-килограммовой гири и сделал 75 подъемов, даже больше я сделал. И вот с тех пор оно мне полюбилось, потому что, во-первых, оно у меня получается, я чувствую вот эту нагрузку на все тело, мне нравится ощущение в теле после тренировки, я не вижу тут никаких травмоопасных движений. И, в общем-то, все очень хорошо. И если вам это упражнение тоже, как и мне, понравится, и вы захотите его освоить, то рекомендую начинать с легкой гири, 8-12 килограмм. Не спешить, учить его по частям, по отдельным движениям. То есть вот присесть, переться на руку, прилечь, потом подняться. Ну, если хотите, я могу снять подробное видео, если будет такой запрос. И очень хороший прием – это во время движения смотреть на гирю. То есть, когда вы садитесь вниз, поднимаетесь, все время взглядом видеть гирю и контролировать ее. Это помогает не уронить гирю-то на себя, за голову. Сейчас мне уже это не нужно, а на первом этапе это было очень и очень полезно. И второй нюанс – это вот не спешить. Взять правильный темп. Вот я для себя подобрал темп. Во-первых, меняю руку на каждом движении и делаю примерно 3 подъема в минуту. Быстрее мне становится уже трудно удерживать дыхание, пульс начинает взлетать, а вот 3 самое то. Ну, единственное, что я бы уже попробовал, наверное, делать 2 маха, потому что один мах на каждое движение мне уже вроде как и маловато. Ну, а так вот отличное упражнение. Очень рекомендую его попробовать и внедрить в свою практику. Всем спасибо за внимание.
гири 16 килограмм.